Наконец-то тепло, и наконец-то у нас есть возможность проводить все выходные на природе. И чтобы ничто не омрачило вам чудесную летнюю пору, ее нужно встретить во всеоружии. В эфире «Телегид. Покупатель всегда прав», и я его ведущая Лидия Шулаева. И сегодня вместе с вами мы узнаем, как правильно выбрать инструмент для работы дома и на даче, где научиться управлять автомобилем и что делать, чтобы покорять окружающих своей белоснежной улыбкой. Для кого-то дачный сезон – это время шашлыков и развлечений, но для настоящего дачника это горячая пора хлопот и забот. Всегда есть что отремонтировать, построить или достроить, а еще нужно содержать в порядке свой участок. И для всех этих целей необходим специальный инструмент. Как его выбирать, разбираемся сегодня. Сегодня выбор инструмента настолько огромен, что порой может поставить в тупик даже опытного мастера. Бензо- и электроручной инструмент, садово-парковая техника, комплектующие. Чтобы разобраться во всем этом многообразии, просто необходим консультант. Нашим проводником в мир инструмента стал администратор магазина «Мастер С» Дмитрий Якимов. Здесь мы нашли абсолютно все, что нужно для строительных и ремонтных работ, а также для ухода за дачным участком. Полная линейка всего инструмента, который используется именно при строительстве, при ремонте. Даже есть и автомобильные некоторые вещи для ремонта автомобилей именно. То есть наборы инструментов тоже присутствуют в ассортименте у нас. Вот, крепежные изделия всевозможные, это такие как там шурупы-саморезы. Вот, это все без проблем. Все это есть в наличии. Штиль, Makita, Husqvarna, Bosch, DeWalt – марки, известные тем, кто ценит качественный инструмент. Выбирая продукцию этих фирм, вы можете быть уверены, она прослужит вам долгие годы. Бензо- и электропилы, перфораторы или дрели, шуруповерты, лобзики, газонокосилки и триммеры – словом, все, что может вам пригодиться. Еще одно имя на рынке профессионального инструмента – американская фирма Greenworks. Инструмент Greenworks шутку называют дамским вариантом. А все почему? Потому что нет никаких заморочек с тем, чтобы его заправить и завести. Просто нажимаешь кнопку и работаешь. А еще он очень легкий и стильный. Если без шуток, аккумуляторный инструмент удобен не только для женщин, но и для мужчин. Не нужно постоянно заправлять и дергать стартер для завода, как в случае с бензиновым. И вы не зависите от источника питания и не путаетесь с длинным шнуром, как с электроинструментом. Просто заряжаете аккумулятор, устанавливаете его и работаете в свое удовольствие. Экономит время и силы. В магазине «Мастер С» вам предложат всю линейку аккумуляторной техники Greenworks для дома и сада. Немножко расширенная линейка в том плане, что инструмент есть как ручной для строительства, ремонта, также для ухода за садовыми участками. Одно из самых актуальных приобретений в начале дачного сезона – газонокосилки и триммеры. В этой нише ассортимент тоже огромен. Планируете подстригать огромную площадь газона или лишь косить траву на маленькой лужайке рядом с домом? Исходя из потребностей, выбирайте для себя необходимую технику. Объемы работ, то есть какая площадь. Вот, соответственно, если небольшая площадь, можно рассмотреть вариант вот фирмы «Викинг» у нас представлена. Это дочернее предприятие фирмы «Штиль». Электрическое, если небольшой объем работы, небольшой участок и ровная поверхность. Вот, если большая площадь, допустим, тот же самый вот сквер, уход за газоном, вот, это лучше рассматривать вариант уже бензиновых. И опять же, среди газонокосилок есть и аккумуляторные варианты. И пусть вас не смущают никакие предубеждения. Работать такая удобная техника может практически наравне с электрическими и бензиновыми собратьями. В зависимости от емкости аккумулятора, если меньше емкости аккумулятора, то ее хватает где-то примерно 5-6 соток. Если больше емкости аккумулятора, 10-12 соток. Непрерывно работает. Инструмент для любых целей и задач вы всегда найдете в магазине «Мастер С». Только проверенные временем и профессионалами бренды. Электро-, бензо-, аккумуляторный инструмент, ручной инструмент, все комплектующие, а также необходимые в хозяйстве дома и на даче мелочи. Квалифицированные консультанты помогут вам сделать правильный выбор. А если вы не найдете чего-либо в наличии, для вас привезут инструмент на заказ. Также магазин «Мастер С» – официальный представитель компании «Штиль» в Сарове. Это значит, что все, что вы видите на официальном сайте, вы можете приобрести и в магазине. Также в «Мастер С» действуют все акции и скидки компании. И, кстати, отличная идея для подарка настоящим дачникам и тем, кто умеет работать руками – подарочный сертификат магазина. «Мастер С», улица Павлика Морозова, 10, телефон 979-67.
Сложно переоценить возможности, которые открывает перед нами умение управлять автомобилем. Когда у тебя есть водительское удостоверение, ты можешь сесть за руль и поехать на работу, на природу, в соседний город или вовсе путешествовать по стране. Права – это мобильность. А мобильность сегодня – это важнейшая характеристика современного человека. Ну а чтобы вождение при этом приносило удовольствие, нужно, чтобы вас правильно научили. Автошкола ДСАФ обучает вождению уже более 60 лет. Цифра говорит сама за себя. За десятилетия работы школой накоплен колоссальный опыт преподавания вождению. Ее директор Александр Зудин, прежде чем возглавить автошколу, много лет работал инструктором по вождению, поэтому знает все тонкости процесса обучения. Благодаря этому ему удалось собрать коллектив профессионалов высочайшего уровня, каждый из которых подходит к своему делу с душой и с полной ответственностью. Наша автошкола является основателем вообще подготовки водителей в нашем городе. Она основана была в 1956 году. Соответственно, и накопился большой опыт работы. Наши специалисты, которые занимаются сейчас с учениками, это как теоретики, так и практики, инструктора, имеют богатый опыт работы. Из чего следует, что они могут как найти общий язык с учениками, так же и сразу подобрать индивидуально каждому подход, чтобы человек понимал, что от него хотят и как надо научиться ездить на машине. Мастер производственного обучения Владимир Кукушкин уверен, абсолютно каждый человек способен управлять автомобилем. Самое главное – помочь ученику преодолеть страх и волнение. Поэтому каждому своему студенту Владимир ищет подход, разрабатывая индивидуальный план обучения. Стараюсь расположить курсанта к управлению автомобилем, стараюсь расположить к дорожной обстановке, подружиться с курсантом, так, чтобы обучающийся чувствовал себя уверенно за рулем, чтобы у курсанта пропали все страхи. Учитывая бешеный темп современной жизни, важно, чтобы график занятий был максимально удобным для каждого студента. И благодаря имеющейся технической базе автошкола ДСААФ может это предложить. На огромном автодроме могут заниматься сразу несколько учащихся. И это, безусловно, помогает составить достаточно гибкое расписание. Наша автошкола имеет самый большой автодром в городе, что позволяет заниматься одновременно нескольким ученикам на различных категориях на разном транспорте. Также наша автошкола имеет вот в здании, в котором мы находимся, оборудованные классы, компьютерные классы и класс по медицине. И также мы снимаем арендованные помещения, это на Курчатова, там также компьютерные классы и класс ПДТ. Практику студенты могут проходить на выбор как на отечественных автомобилях, так и на иномарках. Еще одно преимущество автошколы ДСАА в том, что здесь учат не только управлению легковыми автомобилями. Сразу несколько категорий представлены на выбор курсантам. Мы обучаем на категорию А и А1, это категория мотоциклов всех марок. Категория Б – это легковые автомобили всех марок. Категория С – это грузовые автомобили всех марок. Категории CE – это прицеп к грузовым автомобилям тоже всех марок. Из этого следует, что это все высшие категории, и из этого следует, что если человек прошел у нас обучение, он может сесть абсолютно в любой автомобиль, и неважно, какой марки это автомобили, наши, не наши, автомат, не автомат и так далее, и будет легко с ним справляться. Внимание к каждому этапу, как теоретическому, так и к практическому. Команда профессионалов с многолетним опытом работы и индивидуальный подход к студентам. Все это гарантии высокой эффективности обучения в школе ДСААФ. Вы можете быть уверены, отучившись здесь, вы с легкостью пополните ряды автолюбителей. Автошкола ДСААФ, рабочий переулок, дом 6. Телефоны 649-49 и 32-200. Лето – время прекрасных фотографий. Чтобы ваши социальные сети пестрили вашими идеальными селфи, позаботьтесь о своей улыбке. Что делать для того, чтобы довести ее до совершенства и как сохранить на долгие годы, мы узнали у опытных специалистов. Роман Парфенцев – стоматолог-имплантолог клиники «Люкс», врач с многолетним стажем. Благодаря его трудам сегодня сотни человек могут смело улыбаться, поражая окружающих красотой своих зубов. Благодаря накопленному опыту, правильно подобранной системе имплантации и идеально организованному процессу, Роман Александрович может гарантировать высокое качество своей работы. Все зависит от точности выполнения технологических этапов установки имплантанта. Именно, без лишней скромности, мой уже 15-летний опыт по работе
с имплантантами и позволяет достичь результатов. Пациенты приходят в люкс за идеальными улыбками, и они их получают. Огромное преимущество клиники – использование при диагностике компьютерной 3D-томографии. Такое сканирование значительно отличается от обычной рентгенограммы, позволяет максимально точно поставить диагноз и подобрать адекватное лечение. В вопросах имплантации – это важнейшая составляющая успеха, которая и приводит к высоким результатам. Статистический анализ приживляемости имплантантов показывает результаты, которые, ну, скажем так, превосходят то, что мне приходилось читать в источниках, в том числе и зарубежных. У нас на настоящий момент показатель приживляемости имплантантов составляет 99,2%. Причем, по словам Романа Парфенцева, сегодня красивая улыбка – это не привилегия, и имплантация возможна практически для любого пациента. Нет одного или сразу ряда зубов. Имплантация запланирована сразу после удаления, или зубы отсутствуют уже годы. Любую из этих проблем в клинике «Люкс» стараются решить, найдя подход к каждому клиенту. Объем жестких противопоказаний, которые делают имплантацию невозможной, он минимален. То есть даже у людей с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, с эндокринными заболеваниями, соответствующая коррекция основного заболевания, работа со смежными специалистами, с кардиологами, с эндокринологами, с терапевтами, с невропатологами, зачастую делает операцию имплантации возможным. И самое главное, благодаря современным средствам анестезии и организации операции имплантации на самом высоком уровне, эта процедура стала максимально комфортной и, по отзывам клиентов, переносится даже легче, чем удаление зуба. Так что, если вы по каким-то причинам откладывали поход к имплантологу, ваше время для идеальных зубов пришло, и, придя в клинику «Люкс», вы можете быть абсолютно уверены, вам подберут индивидуальное и оптимальное лечение, результатом которого вы останетесь довольны. Пациентам не нужны имплантанты. Нашим пациентам нужна возможность жевать, улыбаться. И они этого должны достигнуть за адекватное время, адекватные деньги и, скажем так, минимальными страданиями. Клиника «Люкс» – это комплексный подход к лечению зубов. Здесь работают все необходимые отделения, начиная с терапевтического и заканчивая хирургическим, а также профессиональный стоматологический гигиенист. Еще одно неоспоримое преимущество клиники – лицензированное детское отделение. С 2017 года «Люкс» участвует в программе добровольного медицинского страхования сотрудников НИЭФ. Сотрудник НИЭФ, желая посетить нашу клинику, может обратиться в страховую компанию, сообщить о желании явиться к нам на лечение. В течение нескольких часов наша клиника получает направление. И в этот же день сотрудник НИЭФ может уже записаться к нам на лечение, на профгигиену или хотя бы на консультацию. И самое приятное, при высочайшем уровне качества лечения цены в стоматологии «Люкс» совсем не кусаются, оставаясь на уровне среднегородских. Кроме того, здесь предлагают ощутимые скидки на многие виды работ. Есть скидки постоянным клиентам и действует беспроцентная рассрочка платежа. Стоматология «Люкс» – секрет вашей притягательной улыбки. Улица Московская, 21, телефоны 915-92, 946-93. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!